Как прошла последняя отборочная жеребьевка Лиги конференций? В раунде плей-офф участвуют 5 обладателей прямых путевок. Это Вест Хэм, Вильярреал, Ферентина, Кёльн и Ницца. К ним присоединяются 32 победителя 3-го раунда. Табул или Зринский, Пайды или Андерлехт, Апоэл или Кызылжар, Нивчи или Рапид, Рига или Жил Висенте, Португалия, Фехервар или Петрокуб, РФШ или Хибернианс, Заря или Университатя, Шахтер Солигорск или Клуж и другие. Поверьте, это немного. На предыдущих стадиях участвовало более 100 команд. Но это еще не все. В этом раунде сыграют 7 проигравших в Лиге Европы. Мальмё или F91 Дюдюланж, Шемрак Роверс или Шкупи, Линфилд или Цюрих, Олимпиакос или Слован, Марибор или Хик, Айк, Кипр или Партизан, Фенербахче или Словацкая Чехия. Итого 44 участника. В группу через отбор выйдет 22 победителя. Матчи 3-го раунда завершаются 11 августа, а 2 августа прошла жеребьевка раунда плей-офф пары путей чемпионов. Проигравший в паре Марибор Хик против победителя пары Шахтер Солигорск Клуж. Вторая пара, победитель пары РФШ Хибернианс, сыграет с проигравшим в паре Линфилд Цюрих. Третья пара, победитель пары Викингур Лех против проигравшего в паре Мальмё или F91 Дюдюланж. Четвертая пара пути чемпионов, Шемрак Роверс Шкупи против Балкан или Клаксвика. Пятая пара, победитель противостояния Табул Зринский выйдет на проигравшего в паре Олимпиакос или Слован, а сейчас путь не чемпионов. В Адуц Канеспор выйдет на Нивчи или Рапид Вена, а Апоэль Кипр Кызылжар встретится с победителем пары Сепси Юргорден, Заря Университатя против Лугана Хапоэль Бершева, Кёльн получит соперники Фехервар Венгрия или Петрокуб Молдавия. КПС или Янбойс могут поехать в Эстонию, если Пайды пройдет Андерлехт. Данди Юнайтед АЗ встретится с Ригой или Жил Висенте Португалия. Первые игры состоятся 18 августа. Напишите 3 команды, достойные сыграть в группе. Встречаемся на жеребьевках ЛЕ и ЛЧ.